Здравствуйте, уважаемые зрители! В этот прекрасный солнечный летний день я рад приветствовать вас в Сычево. Чем же знаменита Сычево? Знаменита она тем, что тут находится горнобогатительный комбинат и вот такие вот пейзажи, такие вот карьеры, образовавшиеся в результате деятельности этого комбината, который, на удивление, еще живой. И, кстати, фишка этого комбината, что тот песок и тот щебень, который он производил, на нем построено почти треть зданий в Москве. Там МКАД, включая храм Христа Спасителя и другие известные туристические объекты. Карьеров здесь довольно много. Вот первый, по-моему, номер два за моей спиной. Многие из них брошены, затоплены. И вот этот, например, брошен. И пойдем мы, короче, по ним полазим. Поехали. Данное месторождение начали разрабатывать где-то в конце 50-х годов, и для этих целей был даже построен вот рабочий поселок под названием Сычево. Ну, он там находится. И запасов разведанных примерно песка здесь около 40 миллионов кубометров. То есть достаточно большой объем. Если умножить на стоимость кубометра песка, можно примерно понять, сколько здесь денег зарыто. Но при этом еще несколько лет назад комбинат переживал не лучшие времена, там что-то народ поставал, сейчас не знаю как. По идее, тоже, наверное, не очень хорошо. Вот, кстати, одно из озер, которое образовалось в результате затопления одного из карьеров. И можно посмотреть примерно, по какую отметку была сырта «Мать сыра земля». Ну, вот она. И отдыхающая Россия. Ёпта. Отдохни. Кстати, местные карьеры вот заполняются ключами и дождевой водой, и вода относительно чистая и очень даже теплая. Это вам не открывание купального сезона в реках типа Нары, и никого нет. Ну, наверное, может, потому что будний день. Да. Обратите внимание, сколько было срыто земли русской. Работает еще производство-то, добывающее. Производство, добывающее нерудные ископаемые. А мы поедем дальше. Где-то здесь находится зоопитомник, который относится к этому, господи, к зоопарку. Здесь вроде как то ли больных животных лечат, то ли их разводят. Так что пойдем искать дальше. А вот это вот зоопитомник, который относится к московскому зоопарку. Здесь то ли зверей лечат, то ли разводят. Кстати, в местных песчаных дюнах снимался такой фильм, как «Кин-дза-дза». Поэтому это место приносит не только деньги и дает людям работу, но еще приносит такую пользу кинематографическому искусству. Такие дела.
вот, уважаемые телезрители, Сыч. Это местная достопримечательность поселка Сычева. Градообразующим предприятием которого является ГОК. На этом мы заканчиваем нашу небольшую экскурсию по местным пескам. Очень интересное место, особенно нужно приезжать только в соответствующую погоду, чтобы было солнышко, как бы для более, достижения более эффекта. Радует то, что движняк идет, то, что производство работает, и не все так плохо в нашей прекрасной родине. А на сегодня все. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте палец вверх. И всем всего самого наилучшего. Проводите время с пользой. Очень интересный населенный пункт под названием Язвище. Это спрашивают, наверное, ты че, пацан, откуда я с Язвище? О, я с Язвище. Такой, язвищенцы.